Karabakh to be a part of Azerbaijan, Armenia, I'm sorry. And after that decision, and this was... Экс-президент Армении, глава партии Армянский национальный конгресс Левон Терпетросян рассказал, в чем он видит причины поражения Армении в 44-дневной Карабахской войне. Политик подчеркнул, что сама политика последовавших за ним президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна и премьер-министра Никола Пашиняна определила это поражение. Мы сами привлекли поражение на свою голову вследствие авантюрной и безответственной политики властей, проводимой на протяжении последних 23 лет. Основа поражения была заложена в 1998 году на ложной вере в возможность сохранения статус-кво и принципе не уступать ни пяди земли. Прежде всего, обратил внимание он, как отмечает Терпетросян, завершил процесс подведения Армении к военному разгрому Никол Пашинян, когда сказал летом 2019 года, Карабах – это Армения и точка. Это стало концом Армении. В течение 23 лет наши власти не учитывали три важнейших фактора реалистичной политики – баланс сил, наличие или отсутствие союзников и, самое главное, необратимость времени, утверждает Петросян. Терпетросян пояснил, что Кочарян, Саргсян и Пашинян не владели даже азбукой политики. На протяжении 23 лет наши власти вели себя как азартные игроки, делая новые ставки, пытаясь выиграть больше, и поэтому теряли то, что они уже выиграли, указал он, а под конец сообщил, что готов участвовать в парламентских выборах во главе АНК, чтобы в атмосфере повсеместной какофонии луч здравого смысла не погас.